А вот и он, DeepMind. Я уже делал распаковку и обзор этого синтезатора и, в принципе, рассказывал про аналоговый синтез. Теперь же мы просто наберем с него сэмплов, которые вы сможете сами использовать в своем продакшене. Привет, это Степан Червяков, и я саунд-видеопродюсер из Санкт-Петербурга. На моем канале вы найдете обзоры девайсов, то, как мы делаем музыку, каверы, а также видосы из путешествий. Как всегда, весь дополнительный контент вы найдете на YouSupport. Подробности по ссылке и в описании. BPM установлен 120, так что вы можете все это применять прямо к сетке. На самом деле синтезатор стоит достаточно дорого, и я решил все-таки его продать. Мне на самом деле очень интересен Minilog XD, который новый вышел. У меня был в руках некоторое время Minilog обычный, и он очень удобный именно в плане работы на репетиции. Так что прежде чем мы избавимся от Behringer, мы переберем его пресеты, запишем звуки и, может быть, будем использовать их в дальнейшем в нашем продакшене. Я включил себе клик, так что буду стараться играть в клик сразу.
На этом, пожалуй, все. Я устал, очень много звуков. Я думаю, я поделюсь записанным файлом целиком, а также постараюсь какие-то самые интересные моменты вырезать и использовать как у себя, так и поделюсь с вами. А это был Степан Червяков. Не забывайте заходить на платформу YouSupport и получать дополнительные файлы. А также подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и обязательно обсудим все, что здесь произошло. Пока!